Всем привет и хорошего настроения, с вами Рэй. И сегодня, ребятушки, мы поиграем с вами в игру, которая называется Guns of Boom. Ну что ж, давайте посмотрим. Так, ну здесь тренировка, ее я, наверное, пропущу. Отлично. Поздравляем, обучение завершено, получить награду. Так, достижение получил. Так, это мой герой, да? Продолжить. Награда капитан, новая. Донат, выбрать награду, забрать награду. Так, эмблема, обрез. Так, ну идите вы отсюда, это нам не нужно. Вы можете заменить только одно задание в сутки. Заменить это задание. Ну, я думаю, что нам это вообще не надо. Так, давайте. Нет, опять же не сюда нажал, елки-палки. Так, клан, почта. Что у нас в почте? Ага. Что нового? Версии 2.0.1. Это нам тоже не нужно. Так, давайте просто в бой. Идет поиск подходящего боя. Ясненько. Европа, окраина. Ага, поехали, ребята. Так. Ну, что, где, кто? Появись. Где-то мы в каких-то улочках-захоулочках играем, да? Так, это мой. Ясно, значит, аптечка, граната и прицел. В принципе, все ясно. Что это у него за ствол такой? Обрез какой-то. Ну что же, ребята, вроде бы настроил я эмулятор как надо. Под кнопочки, все как полагается. Так что давайте теперь смотреть. Где тут кто и что и почем? Так, ну и... И где кто? Ага, вражина. Куда-то он там пробежал мимо. Ну где-то, где ты? Так, это все наши, да? Наши стоят. Вон они, упыри. Нати. Ребята, здесь преимущество, знаете, в чем? Вау, вау. Ну-ка, сдохни, урод, блин. Отлично, нифига, три ментовки. Здесь в чем привилегия, ребята? Когда вы наводите прицел на врага, автомат стреляет автоматически. Тихо, что такое? Ах ты, чмошник. Так, это что за отсчет времени еще идет? На, блин. Ага, победа, да? Ясно. Я замочил сколько? Непонятно сколько, чего. Так, получил награду. Давайте еще раз в бой. Просто получилось так, что я в игру-то стал играть, а у меня ничего настроено не было. Поэтому пришлось сделать небольшую там паузу, чтобы настроить игру. Мексика, церковь. Ну что ж, давайте глянем, что нас здесь ждет. Церковь. Я в нее не играл раньше, в первый раз играю. Так что, ребята, не обессудьте, если что. Так, вроде бы пока все нормально. Единственное, что... Вот с прицеливанием приходится все-таки это делать мышкой. Ну ладно, давайте посмотрим. Вроде бы немножко что-то подкорректировал. Не знаю, насколько это все удачно у нас будет. Нам главное посмотреть сам процесс игры. Что это за такой шутер у нас на Android-системе? Так, гранату бросил. Нахрена я бросил? Ну это я проверял кнопку, ребята. Так что... Вон они, гады, бегут. Черт, куда-то на крышу побежали, да? Тут, значит, можно еще с крыши палить. Стоит, 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 стоит. Где-то там был, я ведь видел. Куда-то смылся за... Вон он выбежал где. Че, он меня неужели не видит, а? И второй там же. А где мои-то все? Вон они стреляют. Елки-палки, одного положили. Да куда ж ты бросил-то? Третья налево. Это кто? Это мой, блин. Издалека фиг различишь. А вот это уже враг. Воу-воу-воу, вся кучка их не здесь. На крыше, блин, придурок там бегает, ладно. Блин, их двое, а я один. Есть, одного грохнул. А это кто? Сзади, что ли, меня шибанул? Вот урод, а. Ладно, надо было мне дурачку гранатой пальнуть туда, а не стрелять. Ну да не беда. Поехали, как говорится, дальше. Ну и где, где они тут все? Где они тут все? Так, это мой.
Его я трогать не буду. Здесь кого-то он уже завалил. А как интересно подбирать ствол. Стоит. Да куда ты, блин, гранаты? Да сдохни ты, наконец-то. Отлично. Изи, конечно, изи, ее простоты. Воу, отлично. Тихо. На-ка, выкуси. Да куда своего-то грохнул, блин? Я не знал, что здесь можно своих убивать. Теперь буду знать. Тихо. Не понял, это он с чего меня там шибанул-то? С винтовки обычно. А то вообще не как будто я стрелял со снайперки. Так, этот подлечивается у меня, я смотрю. Вон он стоит. Ребята, тут еще радиус действия огнестрельного оружия ограниченный, видели? Он вроде бы в прицеле, но я в него не мог стрелять, потому что якобы радиус моего выстрела не позволяет в него попадать. А вот здесь вот вполне отлично. Грохнул я его. Как подобрать-то, блин? Не пойму. О, он на крыше стоит, ребята. Так, давайте. Смысл, да? Иди сюда, вылази, чмошник. Отлично, завалил. А, блин! Блин, какие живучие гады, а? Ну-ка, бомбу. Ой, бомбу, гранату, естественно. Фантастика, естественно. Так, иди сюда, паскуда. Так, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну, у меня было мало хп, поэтому понятное дело, что завалили. Все время забываешь, надо было отхилиться маленько. Ну, я как бы не привык в шутере играть на андроиде. Поэтому это мой, как бы, можно сказать, первый эксперимент. Ну, я скажу, мне довольно так нравится. Единственное, что здесь не надо стрелять. Нацелился, и он сам стреляет. Вот это замечательно. Так, где-то здесь появится, стопудово говорю. Он меня потому что пропалил. И командная игра, у нас здесь трое на трое. Так, сзади кто-то стреляет, блин, где? Ёлки-палки, развернуться не могу. Ребята, мы должны выиграть, по идее. Мы же синенькими играем, да, наша победа. Ну и победа, отлично. Новый предмет, какой-то револьвер я получил, да? Хорошо. Вау, еще и снайперскую винтовку. Так, продолжаем, естественно. Арсенал, посмотрим, давайте, что здесь у меня. Головорез, жало. Это можно покупать или что, я не могу понять. Тут еще можно улучшать, резак, сеятель, вампир. Ё-моё. Ага, тут еще винтовки, это были автоматы. Используются. Пулеметы. Ё-парасете, пулеметы у меня закрыты. И тем более они по уровням все распределены. Так, броня, корпус, куртка, торс, ноги. Ага, вот оно значит как, да? Маски. Фига, вот эта маска прикольная, железный лоб. И, естественно, сундуки. Ну, это уже за донат пошло все, в рублях я смотрю. Донат нас не интересует, ребята, абсолютно. 59 рублей, 170. Получить сейчас бесплатный ящик, давайте глянем. Ага, 5 гранат получил, 235 баксов. А я не понял, а что, гранаты здесь кончаются, что ли, или как? 5 гранат они мне дали. Это если я в бой возьму, например, 3 гранаты, у меня останется 2 всего? Ага, 75 гранат у меня и 80 аптечек. Это мне на всю игру, что ли, дают, или что? Или я не могу понять немножко. Ладно, давайте смотреть, что у нас за следующая карта будет. Старая фабрика. А, восстанавливается после каждой смерти. Запасы гранат и аптечек. Так, старая фабрика, ребята, здесь у нас. Поэтому давайте-ка посмотрим, что здесь нас ждет. Карты для меня эти неизвестны. Хотя, я так смотрю, они не очень большие. Нифига пукалка, да? Однозарядная, что ли? Такая, знаете, как раньше в старину у пиратов были. Как их там звали? Мушкеты, что ли? Вроде так. Так, смотрю, моего там уже коцают. И причем довольно нехило. Подбили. Да. Ладно. А я могу взять что-нибудь другое или нет? Так, ага, у меня снайперская есть. И автомат. Давайте возьмем, наверное. О, что такое? Давайте снайперку. Ай, ё-моё. Фига он меня ножом заколол. Чмо, а? Вдвоем, блин. Ладно. Ну-ка, давайте-ка возьмем эту пукалку, глянем.
Как она бомбит у нас. Вот он, чмон. У-у-у, ребята, да это какой-то фекалий, они... Они пукалка, если честно. Как подобрать-то вот этот пулемет, а? Не пойму я, на какую кнопку, блин? У меня еще тут, оказывается, наверное, не все кнопки. Это мой. Не все кнопки настроены, ребята. Блин, хотелось бы взять, конечно, тот пулеметик-то нехилый, блин, а? Не судьба, видимо. Ладно, будем бегать со своим автоматиком. Так, в кого тут палите, ребята? Где? Никого тут нет. Чего вы тут переживаете? Все спокойно. Ща батька сделает разведку, и все будет нормуль. Так, подлечились маленечко. Пока чисто, никого не вижу. Черт, блин, неудобно прицел, конечно, немножко наводить. Видите? Он немножко не так, как надо, действует. Проскакивает у меня мышка. Ладно, будем как-то страдать. Потом можно будет, конечно, получше настроить. Ну, естественно, если вы захотите смотреть продолжение. А пока мы просто с вами обозреваем. Отлично! Ха-ха. Крутенько я его. Ну, это был добивочный, правда. Так, иди сюда. Ух ты, ух ты, ух ты. А что у него за полоска? За полоска внизу была желтая. Видимо, какая-то дополнительная защита. Наверное, броник. А, стоит там сморчок, блин. Так, главное не упустить. Да какого перезарядка хрена, блин? Вау, их тут двое уже. Блин, ну правильно, замочили, естественно. Вдвоем ходят два жлоба таких, блин. Ладно, давайте далее. Так, мы и здесь. Блин, одного запинали. Здесь, ребята, мы проигрываем. 142 на 196. Ах ты, говнюк. Да ну нафиг, взорвал меня, а? Посмотри. Че творит? Тварина. Давай, добей его, добей ему. Молодец. Какого хрена? Молодец, тоже сдох. От лимонки. Так, давайте, ребята, пойдемте, наверное, вот так вот. Вы идите по низу, я пойду по верху. Как они будут? А, вон он. Не, в натуре у него какой-то щит внизу. Эй, моего... Только бы моего не шибануло бы гранатой. Иди сюда. Да сдохни ты же. Да почему я-то сдыхаю? Быстрее, блин. Я попадаю по нему. Он всего два выстрела делает, и я готов, блин. Где баланс, ребята? Где баланс, я спрашиваю, блин? Где справедливость, блин? Так, ладно. Еще пойдем. Пробздимся немножко. Так, вон они вдвоем. Ага, один внизу, другой сверху. Кто тут, блин? Что ты, рожа, ты улыбается еще? Анафема. Елки-палки, тут стволы-то такие довольно прикольные, ребята, падают. Только вот как их взять? Надо будет потом разобраться с кнопками еще раз. Подобрать. Наверное, их можно коллекционировать. Да? Черт, время 52 секунды, ребята. Мы проигрываем здесь. Да сдохнет уже говнюк. На. Бомтастик, вот именно что. Давай, 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 вдвоем. Ну, отлично. Шикарно, ребята. Так, 238 против 332 очей. И полминуты осталось времени. Фак, не успеем, наверное, ребята. Не успеем мы уложиться по времени. Так, этот подлечился, малорик. Кто? Сзади кто-то меня бомбит там, а? Нифига у тебя пулемет. Нормуль. Давай, 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 давай. Он просто двоих ухоркал сейчас одной гранатой. Упырь несчастный, а? Все, ребята, 12, 11. Нет, 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 не успеем. Блин, обидно. Да все по глупости. Все по элементарной глупости. Опять я тут пока настраивал кнопки. Ничего у меня хорошего здесь из этого не вышло, блин. А они проиграли из-за этого. Да. Третье место, награда. Да не нужно мне это все. Отвяжитесь вы от меня. Поехали дальше. Так, что у нас тут еще за... Карту дадут. Блин, какой-то фабрика. Ага, Мексика церковь. По-моему, мы здесь уже были. Там, смотрите, универмаг какой-то. Прикольно. Ну, где? Надеюсь, на этот раз мы не оплошаем, ребята. Побежали. Так, я пока никого не вижу. Кроме кактусов здесь никого нету. 1000 хп у меня, да? Так, это мой стоит. Уже в кого-то там строчит. Кого-то там заметил, а? Братишка. Давай-ка я вот сюда. Ага, здесь никак. Вот он. Стоит. Улыбается, на. Блин, да мимо. Еб твоими. А, все-таки грохнули. Давай, давай, отлично, отличненько, ребята. Тут все прошло шикарно. Мы открыли счет 30-12.
Теперь главное не дурковать. Блин, спрятался. Граната одна есть, это хорошо. Кто-то бегает. Где, где, кто? Я так понимаю, когда мои, у меня подсвечиваются имена голубеньким. Когда враги, ничего не высвечивается. Значит, здесь враг. А это вот мой бегает. Ага, на крыше стоит, упырь. Даже два. Надо спрятаться быстрее вот сюда. И должны, по идее, прибежать. Ой, ё-моё, я думал, что это... Я думал, что это враг, блин. Чуть своего же не шибанул. Так, иди сюда. Да, конечно, на... На эмуляторе, конечно, в шутеры играть это сложнее. Я не знаю, как это вообще на мобильнике играть. Еще, наверное, сложнее. Хотя, в принципе, почему? Так, ну все равно, мы пока ведем, ребятушки, ведем. Поэтому мы можем проиграть только из-за того, что... А почему по нолям? Почему? Вы видели только что, я в него стрелял 0-0-0-0-0. Никакого пробития не было абсолютно. И мы тем более проигрываем 66 на 68. Вот он сверху, гад. На, блин. Так, спрячемся. Подхил, обязательно подхил, ребята. Без подхила здесь делать нечего. Тем более у нас аптечек тут нормально. Так что давай. Сляг ты, скотина, уже, а. Чё, кончил? Ёлки-палки, я не думал, что здесь кончаются патроны. Угу, вот для чего, значит, валяются стволы, которые ты можешь подымать. Так, давайте обратно возьмем. Ну, правильно, там написали боеприпас, аптечки и что там еще добавляется после каждой смерти. Ну, а на этом, ребята, я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы обязательно увидимся с вами в следующих видосиках. А на этом все, всем пока и до скорых встреч, ребята. Удачи!